Всем привет! Вы на канале «Вкусно, просто и бюджетно». Сегодня я готовлю рулет из скумбрии. Очень вкусный и нежный. Рекомендую приготовить вместе со мной. У меня две скумбрии весом где-то по 600 грамм. Я ее помыла, посушила, пообрезала все плавники, перышки, хвостик обрезала. Затем разрезаем живот и достаем все внутренности. Отрезаем голову. Хорошо все вычищаем и промываем под проточной водой. Затем делаем разрез от брюшка до хвоста и аккуратненько вырезаем позвоночник, чтобы не повредить рыбку. Ну вот таким образом я удалила основную кость, и теперь будем доставать все мелкие кости. Где невозможно достать рукой, я достаю пинцетом. Пальцем прощупываю и аккуратненько достаю. Рыбу мы почистили, подготовим начинку. Яйца перепелиные я отварила и почистила. Морковь у меня также отварная. Одну луковицу нарезаем мелко кубиком и отправляем на сковороду, добавив 2 столовые ложки оливкового масла. Обжариваем и слегка подсаливаем. Морковь я натерла на крупную терку и мелко порезала петрушку. Лук мы обжарили, перекладываем в тарелочку, обжариваем до прозрачности и оставляем остывать. Поверхность стола я застелила пищевой пленкой, выкладываю рыбку во льтом и внахлёст. И слегка подсаливаю, где-то по хорошей щепотке на каждую рыбку. Затем посыпаю приправой для рыбы, она у меня идет без соли. По вкусу добавляем перец молотый черный, также гранулированный чеснок, тоже посыпаем по вкусу. И быстро растворимый желатин. Желатина у меня всего пошло на рыбу 15 грамм. Сверху выкладываем натертую морковь. Распределяем ее аккуратно вилочкой, посыпаем сверху петрушкой, добавляем немножко соли по вкусу, лучок выкладываем обжаренный, также посыпаем чесночком гранулированным и перчиком, затем посыпаем оставшимся желатином, выкладываем яйца с одной стороны рулета нашего и аккуратненько сворачиваем. У меня пищевая пленка узкая, рекомендую взять пошире, тогда удобнее будет сворачивать. Стараемся завернуть ее как можно плотнее. Но за счет того, что у меня узкая пленка, мне немножко было трудновато с ней справиться, но я постаралась. Ну вот, немного зафиксировав так, мы будем теперь фиксировать бока. Накладываем пленку теперь в поперек нашего рулета. И вот так его обматываем. Несколько раз, не бойтесь. Мотайте так, чтобы лишь бы он сохранил свою форму. Затем я еще раз закрепила вот с этой стороны. Уже легче было свернуть поплотнее. Затем положила еще в кулечек замочком. Сверху одела еще один кулечек и завязала на узелок. Вода в кастрюле у меня закипела, закладываем туда рулет и варим его под закрытой крышкой где-то 30-35 минут. Затем достаем, выкладываем в удобную форму, снимаем один пакетик, сверху кладем разделочную доску и ставим гнет. Сначала я остудила на балконе часа два, затем отправила в холодильник, и в холодильнике он у меня провел всю ночь. Аккуратно разрезаем ножом целлофан и снимаем с рулета. Вот такой рулет у меня получился. Сейчас разрежу, покажу, какой он внутри. Очень красивый и вкусный. Мне кажется, украсит любой праздничный стол. Смотрите, какой он внутри. А с запеченной картошкой с салом просто объедение. Если вам понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.